28 сентября, день Никиты по прозвищу Гусятник. Сегодня почитают память святого Никиты Готского. Он жил недалеко от Дуная. Приняв христианство, Никита сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов. Это не понравилось царю Атанариху. Язычники схватили Никиту и стали заставлять его отречься от веры, но он отказался это сделать. Решили сжечь, но огонь его не тронул. Впоследствии его все равно замучили, а его мощи были перенесены в Константинополь. В народе сегодняшний день называли по-разному: гусаря, день Никиты гусепролета, день гусятника и даже репорез. Оказывается, только сейчас начинали резать репу и готовить из нее различные блюда. Также сегодня начинали забивать птицу, в том числе и гусей, на мясо. Это также дало свое название. А дикие гуси улетают сегодня в теплые края. И охотники выходили на последнюю охоту в этом году на диких гусей. Естественно, главным блюдом в этот день был печеный гусь. Среди наших предков была распространена традиция задабривать водяного. Для этого в водоем бросали гуся без головы. Саму голову относили домой, так как она предназначалась для домового. Сегодня начинали сбор репы. Из нее готовили множество различных блюд. Варили, парили, ели в сыром виде. Делали из нее и кашу. С этого дня начинают стричь овец. Приметы. Дикие гуси летят на юг, скоро будет похолодание. Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу, это к морозу. Гусь получится в воде, ожидая потепления. Гуси часто садятся на землю, а скворцы не собираются улетать на юг. Осень будет сухой и теплой. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.